Молодые люди, старшему из которых едва исполнилось 24, а младшему 21 год, теперь прячут глаза и отнюдь не выглядят трезвыми. А ведь, по версии следствия, в течение последних месяцев они вели более чем активную деятельность. Задержанные подозреваются в череде краж, совершенных из букмекерских контор. 28 сентября подозреваемые проникли в одну из букмекерских контор, где похитили телевизоры, кассовый аппарат, компьютеры и деньги. Нанесенный ущерб свыше 700 тысяч тенге. Примерно через месяц, 23 октября, они обокрали букмекерскую контору в микрорайоне Жайляу, откуда вынесли игровые терминалы и деньги на сумму свыше 1,5 миллиона тенге. Видимо, окрыленные успехом, приятели стали совершать налеты еще чаще. Следующие две цели были ограблены в течение недели. Общая сумма похищенного составила более 8 миллионов тенге. Как признали сами задержанные, деньги им нужны были для того, чтобы самим открыть букмекерскую контору. Мы выбрали несколько букмекерских точек, в тех, в которых не было камер видеонаблюдения, не было охраны и сигнализации. И мы их решили ограбить. Хотели сами заняться букмекерским бизнесом. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый арестованный. Проводится досудебное расследование.